Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Разберем с вами тему «Это лимит по карте Сбербанка». Каждый банк предоставляет определенный лимит по своим банковским картам. Соответственно, Сбербанк здесь тоже этим не отличается. По каждой карте Сбербанка есть какие-то ограничения по переводу денежных средств и снятию. Переводы бывают суточные и в месяц. Соответственно, они отличаются. Суточные переводы действуют от того часа и минут, да, когда вы перевели. То есть, если вы перевели, либо, там, допустим, сняли денежные средства там, в 12 часов дня, то только в 12 часов дня следующего вы можете снять еще такую же суточную сумму, как и сняли в предыдущий день. Раньше, чем это время, ваш лимит не обновится. Единственный момент, где лимит по ограничению не действует, это при оплате банковской картой. То есть, какой бы вы суммой ни рассчитались, банк ограничения по данной ситуации не выставит. Ну а что касаемо лимитов по операциям по картам, давайте сейчас мы с вами разберем. Сумма, предоставляемая в сутки и в месяц, зависит от карты банковской, которая у вас есть. Поэтому, если у вас банковская карта Маэстро, Виза Моментум, либо карта МИР, либо социальные карты, то по ней максимальный лимит в сутки это 50 тысяч рублей. Если у вас классическая карта от Сбербанка, то максимальная сумма там по операциям до 150 тысяч рублей. Владельцы карты Gold могут снимать до 300 тысяч рублей, а владельцы карты Platinum до 500 тысяч рублей в сутки. Также есть лимит операций по переводу и снятию денег в течение месяца. Если у вас карта типа MasterCard или Visa, то максимально в месяц можно снять до 50 миллионов. Если пластиковая карта типа Gold, то можно снять до 10 миллионов в месяц. По классической карте можно снять до 5 миллионов рублей. Ну и также все остальные банковские карты от Сбербанка также можно снять до 5 миллионов рублей. При транзакциях лимита по операциям не существует. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч, пока-пока!